Re, viss ēters ir te! Колокола Рижской ратуши сегодня заиграли мелодии Раймонда Паулса. Таков подарок города к 80-летнему юбилею маэстро. Это красиво, ну что сказать. Ну для города, особенно для старой Риги, это дает какое-то, такое, по-моему, романтичное такое настроение. Церковь, да, колокола. Это всегда было красиво. Ну дай бог, чтобы звучали там. Выбрать из нескольких сотен мелодий, написанных композитором за всю его жизнь, было непросто. Репертуар, который будет звучать над городом, определило народное голосование. Сначала выбрали 58 мелодий, из них в конечном итоге отсортировали 15. Среди победителей отбора и музыкальные темы любимых кинофильмов, таких как «Долгая дорога в дюнах», «Театр», по-новому зазвучат и «Старинные часы», «Миллион алых роз», «Моей родине» и многие другие. Адаптировала мелодию Паулса для колоколов композитор Мартинш Браунс. Теперь песни маэстро над Ригой будут звучать каждый час с 9 утра до 23 часов. Первой прозвучала мелодия из фильма «Долгая дорога в дюнах».